Спасибо тебе, ведьмак. Не сомневаюсь. Зачем вы вообще туда пошли? Могли бы просто спросить меня. И ты рассказал бы нам все о том, как забавлялся с геном старшей крови. Я не утаивал от вас ничего, что могло бы пригодиться в битве середины. Что до старшей крови. Все вы отдаете себе отчет в том, что Цири уникальна. Просто я единственный, кто знает, насколько. А может, ты просто помешан на ней? Я? Да, Геральт? Когда мы используем солнечный камень, почему ты считаешь, что Иридин не поймет, в чем дело? Не станет же он думать, что эльфы с белых кораблей внезапно по нему стосковались? Мы изменим сигнал, излучаемый солнечным камнем. Так что Иридин не распознает его происхождение. Это не единственный артефакт такой силы. Есть и другие? Замечательно. Зачем же в таком случае я бегал туда-сюда по всему Скеллиге? Найти солнечный камень было проще всего, поверь мне. Что с Маргаритой? Мне удалось ускорить процесс регенерации тканей. Она чувствует себя гораздо лучше. На самом деле, чем быстрее тут окажется Иридин, тем лучше. Совсем скоро эти твои чародейки передерутся друг с другом. Мы тут заглянули в твою лабораторию. Надеюсь, вы не перевернули там все вверх дном. Ты не говорил, что именно благодаря тебе эльфы Айн Эйли столько знают о возможностях Цири. Я о многом не говорил. По счастью, сейчас это уже не имеет значения. То, что ты ставил эксперименты с генами старшей крови, не имеет значения? Я проводил эти исследования, чтобы защитить Цири. И всех. В чьих жилах течет кровь Лары Доррен. Мы встретили кое-кого в твоей лаборатории. Да? Эльфку, которая утверждала, что ты ненавидишь Цири. И как это вяжется с тем, чтобы защищать ее любой ценой? Никак. Ты же не ждешь, что я сейчас раскрою тебе всю мою душу? Похоже, скоро Цири будет не нужна твоя помощь. Как и твоя. Верно. Она будет делать, что захочет, и я ее в этом поддержу. А ты? Ты готов дать ей жить собственной жизнью? Я ни к чему не стану ее принуждать, если ты об этом. Чудесный у вас, Уайн Эйли Мир. Просто замечательный. Расскажи мне, как это у вас получается? Играете тут себе на флейтах, рисуете пейзажики с единорогами во время гона, строите резные башни с цветочками-завиточками, а потом убиваете нас, не моргнув глазом, без всяких угрызений совести. Как? Разве люди испытывают угрызения совести, когда убивают эльфов Айнсиды? Краснолюдов? Дриад? Мы такие же, как и вы. Потому что равно верим в то, что мы лучше других. Расскажи что-нибудь об этом карантине. Ты хорошо его знаешь? Знаю ли я его? Я его вывел. В смысле, вырастил? Нет, Геральт. Я начал заниматься его выведением задолго до того, как он родился. Веками я соединял в пары эльфов, которые проявляли определенные способности, которые могли управлять временем и пространством. Результатом моих стараний стал Карантир. Золотое дитя. Золотое дитя, которое выросло и стало убийцей. При первой встрече с Цири ты взял ее в плен, теперь ты ее оберегаешь, сражаясь против своих. Неплохой поворот. Во-первых, я не брал ее в плен, она сама меня нашла. Таково было ее предназначение. Ну конечно, лучше сразу переходи к во-вторых. Почему ты ей помогаешь? Потому что она опасна. Смертельно опасна. Ты видишь в ней человека, ученицу, может быть даже дочь. Я вижу
старшую кровь. Силу, которая может уничтожить мир. Силу, которую любой ценой нужно держать подальше от опьяненного властью Эридина. Мы действуем из разных побуждений, признаю. Но у нас общая цель, и будет лучше, если ты будешь мне доверять. Хотя бы попробуешь. Мы нашли солнечный камень. Дар Гелвана Дилиан с белых кораблей. По легенде, она так его и не использовала, а Гелван умер от тоски. Мы не заставим Эридина ждать так долго. Похоже, мы сделали все, что могли. Помни только, когда мы начнем, дороги назад не будет. Я готов, можно отправляться на Ундвик. В таком случае, в путь. Вы займете позиции на скалах. Здесь. Большое спасибо. Мы знаем, как встать по кругу. Даже те, у кого на данный момент нет глаз. Я просто хотел избежать. О, Геральт, мы тебя ждали. Правда? Я-то решил, что вы уже начали. Мы обсуждали вопросы магического характера. Для тебя ничего интересного. Верно. Я ведь простой ведьмак. Не переживай. В простоте тоже есть свое очарование. Ты хотел объяснить свой план. План прост. Но не думайте, будто его просто выполнить. Я активирую солнечный камень. Если Карантир ответит на призыв, Нагльфар через минуту появится в заливе. Ложа помешает кораблю вернуться в мир Айн-Эйли. А Императорский флот отрежет его от моря. Затем 7-й пехотный полк Имлак пойдет на абордаж. Под командованием принца Варатры. Ты поддержишь их. Ого! Эмгир не жалеет средств. Чтобы нам помочь, он остановил наступление на Скеллиге. Он делает это не бескорыстно. Он делает это по тем же самым причинам, что и мы. Дамы и господа, меньше болтаем, больше делаем. Девушки, идем на скалы. Удачи. Я не услышал одной существенной детали. Что с Цири? Она подождет. На безопасном расстоянии от Нагльфара. Я так понимаю, не этого ты хотела? Ага. Я хотела пойти с тобой. Но я не согласился. Риск слишком велик. Что ж, в этом ты, конечно, прав. Ну вот, пожалуйста. Я думала, хоть ты отнесешься ко мне серьезно. Я отношусь к тебе очень серьезно, и ты об этом знаешь. Ты не сумеешь победить Эридина. Холера, я и насчет себя-то не уверен. Так что держись от него подальше. Зираэль, ты клянешься, что останешься на берегу? А у меня есть выбор? Куда ты? Гулять. Или это тоже запрещено? Вдруг я себе ногу сломаю? Да. Старшая кровь бывает горячей. Характер манов отца. Я бы поспорил. Эмгир прагматик, а Цири идеалистка. Идеалистка? Ты о чем? Неважно.
Время не ждет. Если ты хочешь чем-то еще заняться, наварить этих своих снадобий, сделай это сейчас. Потом времени не будет. Я подожду у лодок с солдатами. Йен? Что ты здесь делаешь? Жду тебя. Что-то случилось? Пока нет, но может. Очень может быть, этот бой будет для нас последним. Не для того мы так далеко зашли, чтобы сейчас проиграть. Все будет хорошо. Хотела бы я разделять твой оптимизм. Послушай, когда все закончится, если мы останемся живы, я бы хотела уехать. Далеко. И я хочу, чтобы ты поехал со мной. Куда? Все равно. В Повис, за Драконьи горы, может, даже в Зериканию. Как можно дальше от политики, интриг и так называемого высшего света. Ты без интриг и политики? Это же твоя стихия, твоя жизнь. Пора начать новую. Я поверю в это только когда сам увижу. Даже сейчас ты в политике по уши. Только для того, чтобы все уладить и уйти с наименьшими потерями. А что потом? Уединенный домик с цветочными грядками? Почему бы нет? Ты об этом мечтаешь? Поедем вместе, куда захотим. Будем делать, что вздумается. Ну так как? Ты со мной? С тобой хоть на край света. На такой ответ я и надеялась. Иди, Геральт, Авалакх ждет. И не дай себя убить. Эльсаев.